Всем привет! Канал Ирина Цветики. Смотрите, какая красота! Ну, я видела бабочку Леодора. А вот один цветоносик у нее простой. Ну, там были такие небольшие защипчики. А здесь, смотрите, как красиво. Ну, я, правда, взяла другую, еще вторая была. Там оба цветоноса, они бабочками. А вот еще бабочка. Парфюмерная фабрика. Ну, вот этот раз вот такие темные. Ну, и корни есть. Немножко такие не меленькие. Бывают крупнее. Там сзади мультифлорка. Сегодня большущий завоз. Ну, в основном биглипов. Но есть и много других интересных сортовых орхидей. Сейчас показываю биглипы. Смотрите, ну как я могла выбрать? Мне надо было выбрать один. Я вот позвонила хозяюшке, говорю, ну выберите сами, я не могу. Вот такой нежно-розовый. Ну, вот это солнышко, желтизна такая прям, с крапушками. Ну, явно азиатка. Вот Сога Готрис, по-моему, желтенькие. Ну, меня просили фиолетовый. Вот честно говоря, я не помню фиолетовый. По-моему, давным-давно был. У меня, вот, по-моему, фиолетовый. Я его года 4 назад покупала. Но он, поросенок, у меня растет и отсушивает розетки. Пускает несколько деток. Потом отсушивает одну. И вот так вот развлекается, растет. Смотрите, это не Дарвин. Вот на видео губа желтее. На самом деле она такая бледно-желтенькая. Очень красивая орхидейка. Я как-то показывала, по-моему, на Тарбекова встречалась. Вот их привезли. Как ни странно, на видео он выглядит лучше. Так, биглипы. Продолжаю биглипы показывать. Такая очень крупные, красивые цветочки. Еще есть впереди Magic Art. Наконец-то я купила Magic. Вот еще биглипчик. Персик розовая, что-то переливы, там неон внутри. Ну, красотища неимоверная. Желтый вот такой. Но у меня с белой губой, а здесь, смотрите, там и оранжевое, и белое, что-то вот невообразимо красивое. Но он желтее на самом деле. Вот как верхний смотрится, а внизу почему-то он бледненький. Мини-марк приехал. Очень много цветов. Вот по заказу моей новой. Ну, не знаю, подписчица новая, нет, но заказчица точно. Только вчера мне написала. Сегодня вот привезли почти все. Смотрите, корни. Ну, конечно, плохо, что она мокрая, но все равно сейчас мы ее быстренько. Сога Готрис, пожалуйста, тоже по ее заказу. Ну, на этом корешков нет. Я, конечно, все пересмотрела. Выбрала самый такой корешковый, где много корешков. Ну, зато они такие пышненькие кустики. А, это виолацея. Я выбирала виолацею очередную. Сейчас поставлю на место. Я тут их, ну, некуда поставить было. А я же все перебрала, выбрала лучше всех. Ну, это вот с прошлого завода. Парфюмерки стоят. Вот еще какие биглипы. Но не огромные, на дуге. Очень красивые. Вот такой малиновый он. Свекольно-малиновый. Здесь он светлее смотрится. Толстенные цветоносы. Вот сейчас попробую. Вот там вот вдалеке его настоящий цвет. Вот, который на дальнем плане. На заднем плане. Как тут можно выбрать один? Смотрите. Такая красота. Пестрота. Ну, вот эти в жизни интереснее смотрятся. Ну, тоже с корешками. Политые, жаль, конечно. Вот. Целая полянка. Ну, смотрите, какая сирень. Только что помнила, как назвать.
Ну, вот такая. Обратите внимание, почти все из точки эквестрис, почти все из точки роста. Ну, не почти все, а он практически всегда из точки роста. Такая пышная сирень. Цветочки маленькие, сразу говорю, полтора, ну, до 2 сантиметров. Мне там с линейкой иногда приходится цветочки замерять. Да, это сиреневая. Тут я пропускаю, с коробочками выходят. Приехала Будда. Девочки, кто спрашивал Будду, я купила одну. Но это самый дорогой цветочек, поэтому я купила один, зная, что меня просили, если будет. Очень красивый, радужный. Леодора простые. Вот среди этих Леодора в миксе попались две бабочки. Леодора тоже меня вчера заказывали. Я купила простую Леодору. Вот какой желтенький беглипчик. Вот в ростке мы видели бабочки. Еще я покупала на уценке. Вот. Вот такие бабулетки. Ну, там не сильно выражены, только вот на внутренних лепесточках небольшая мутация. Монако. Да, ну, он почти сухой, корешочек. Тоже кто-то просил, но я уже не взяла. Я набрала полных 2 пакета и пошла, сгибаясь от счастья и тяжести. Ой, какая красавица. Они крупные, красивые. Вот еще беглипчики покажу. Это Будда. Очень крупный. Ой, тут тоже совершенно желтая губа. Вот вживую она не так ярко, я вам скажу. Я бы заметила, если бы вживую она так светилась. Эта камера подсвечивает. Крупные белые. Но это тоже, по-моему, новый завоз. Таких не было. Вот. Все цветочки крупные, с бутоном. Тарина. Очень много тарина. Но я вот кинулась на вылитый. Ой. Вот тарина. Кто-то меня спрашивал, какое тарина. Вот она. Белые мультифлорки. Вылитый люксор, хотела сказать, вот с белой губой, который сиреневый. Очень похож. Ну, вот тут, ну, как сказать, пострадавшие в перевозке. Вот такой мне заказывали, спрашивали. Он с белой губой. Ну, тут вот губы все поотлетели. Крупный белый. Ну, они пострадали при перевозке или упали, или их там как-то что-то. И вот такая свежего завоза оценка. Я взяла ту с белой губой. Если здесь встретится, я покажу. Нет, не такой. Темный, пестрый. Еще целая тут тележечка новых орхидей. Вот, смотрите, с белой губой. Вот такая пестрота. Меня спрашивали. Ну, тогда я не нашла, не увидела. Ну, вот сейчас взяла оценку. Корешков очень много, но я покажу дома. Там разбился горшочек, вот, облетели цветочки. Ну, упал, наверное, с высоты. Просят рыжичков. Ну, вот только один человек прислал мне фото. Именно какого он рыжичка хочет. А вот черная полоска тоже. Я искала, еле один нашла, тут поступила целая партия. В каждом магазине есть теперь черная полоска. Это старенькие оценочки, но в отличном состоянии. Но я не думаю, что они там по 400, конечно, дороже. Навещаем башмачки. Пока цветут. А вот девочка, которая взяла у меня оценку без цветочка, вот такой как бордовый цветочек будет. У вас. Я когда брала, еще было видно его. Это белые мультифлоры с прошлого завоза.
вот жасмином там заставили еще что-то желтенькое стоит. Charmer Stripe, наверное. Нет, не тот Charmer, который с крапушками, а тот, который с полосками. Да, вот белые крупные, розовые крупные. Рим в этот раз не попался. К сожалению, Рим по-прежнему востребован. Спрашивают его. Вот еще такой беглипчик. А, это я вернулась еще раз показать беглипы. Ну и вернулась, думаю, я выберу все-таки, какой красивее. Все посмотрела. Я не смогла выбрать. Они все красивые. Вот, предельно естественный цвет. Там персик, розовая, желтенькая. Неон. Вот. Вот сейчас лучше я снимаю. Почему-то камера берет натуральный цвет. Может, с другой стороны я обошла, зашла с другой стороны. Вот сейчас очень похожий цвет. Минимарк, Сога Готрис, Леодора. Групповые посадки. Ну, вот это не рыжик, а такой бордовый. А что ж я рыжика не засняла, которого купила? Наверное, он был там один. Смотрите, какая красота. Белоснежные орхидейки. Бабочек нет, сразу говорю. Девочки будут спрашивать групповой посадки. Один раз встретилась бабочка. Вот такая темная групповая посадка. В этот раз бабочек не было. Стандартов, я имею в виду. Вот только в Леодора. Ну, или мне не досталось, потому что ну, много покупателей постоянно в этом магазине, поэтому не всегда остается то, что было. Ну и так это очень шикарно. Вот в Ростке мне почти ничего не удалось купить. Ну, это, наверное, старая вот такая упаковочка подарочная. Два верхних веки подарочные. Парфюмерка осталась по прежней цене, я спросила. Ну вот подсохли, корешки выглядят лучше. Там, правда, он желтит что-то. Ну, парфюмерки очень капризные. Вот. Они такие. Вот с желтой губой. Ну, ничего, сухие. Вот подсохли, сухие корешки. Более-менее нормально. Лишь бы там от этого торфяного стакана ничего не загнило. Вот. Еще такая, более желтенькая. Вот хорошие корешки. А вон есть уже плохие. Ну. Разгрузка еще идет, расстановка. Тут же работают и оптовики. А я хожу, все, оторваться не могу от этой красоты. Вот, посмотрите, прелесть-то какая. Самый крупный на дуге. Ну, на этом заканчиваю потихоньку. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю еще, беглипчики. Всем спасибо.